Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречанин. Сьогодні ми будемо підбивати підсумки, напевно, останньої сесії Одеської міської ради цього скликання. У нас в студії депутати Олександр Іваницький, фракція «Довіряй ділам». Вітаю вас. Добрий день. Та Андрій Неугодніков, фракція Української морської партії, Сергія Ківалова. Вітаю. Добрий день. Було дійсно от сьогодні багато цікавих питань, напевно, так і мало бути. Це остання сесія, так, я думаю, що позачергові навряд чи ще будуть до виборів. Давайте почнемо з центру виноробства на Бугайовці. Таке от цікаве питання, був детальний план території прийнятий, так, наскільки я розумію. Олександре, це ваш округ, розкажіть от детальніше. Ну, если начать от азов, да, то есть от чего это, в общем-то, пошло, это исторический объект, это не объект, который новострой, который возник из ниоткуда, да, вновь воссозданный. Это старинные винные подвалы шампанских, завода шампанских вин семьи Радонаки. Это известный греческий винопроизводитель, который в свое время в Одессе построил свой винный завод. И завод шампанских вин. И это были склады хранения готовой продукции. Это был начало 19 века. И все, в общем-то, практически в советское время это были склады неприкосновенного запаса, так называемого, военные склады неприкосновенного запаса. Учитывая то, что они таким образом были построены, что средняя температура по году держится там ровно. Это огромнейшие такие пролеты, огромнейшие арочные своды и сооружения, которые идеально подходят сегодня к хранению и восстановлению так называемой винной темы, винного хранения и винного производства. Поэтому отрадно было понимать, что сегодня появился собственник, который купил непосредственно эти строения. Открою небольшой секрет, что кто бы туда ни заходил и не хотел бы чего-либо строить, он, когда заходил, видел эти арки, он понимал, что ничего построить, кроме того, что там было по предназначению унаследовано, он не смог. И это нас спасло. Слава Богу, что сегодня очень активно развивается виноделие на юге Украины, да и Украины в целом. Меняется культура потребления вина. И слава Богу, что сегодня есть такой проект, тот проект, который мы сегодня презентовали, тот проект, который мы еще будем обсуждать, который позволит построить первый на юге Украины такой полном понимании этого слова экспозиционно-выставочный центр виноделия юга Украины. Наскільки я розумію, це зараз район такий достатньо депресивний, все-таки давайте правді у вічі дивитися. Ну, я би так не говорив, це мой район. Ну, я розумію, що щось робиться, це ваш округ. Конкретно локальна ця територія депресивна. От, і, власне, ця ініціатива, яка сьогодні була затверджена на сесії міської ради, вона має, наскільки я розумію, дати певний рух от, розвитку цьому району. Так? Там буде і новий туристичний маршрут, і інфраструктура. Додатково. Розкажіть про це. В першу чергу він дасть імпульс к поніженню криміногенної ситуації на районі. Це дуже важливо, тому що так уж вийшло, що останні 15-20 років цю територію облюбували люди без определеного місця жительства, наркозависимі, які, в общем-то, будемо так говорити, срізає провода і вирізає кабеля на мікрорайоні, там проводили виплавку цвітних металів для дальнейшої продажі. Людям не было покоя, потому что постоянно происходили поножовщина, резанина, постоянно там была полиция. То есть, в принципе, это была такая точка напряжения на микрорайоне Бугаевка и, в принципе, микрорайона в целом. Поэтому это один из важнейших моментов, который мы снимаем. И, конечно же, это вопрос того, что там будет современнейший центр, который станет еще одной точкой притяжения туристов в город Одессу. Это станет точкой популяризации и продвижения украинских производителей, которые смогут найти свои как внутренние, так и внешние рынки. Это очень важно понимать. Ну и, конечно же, это восстановление и сохранение истории нашего города. Ще одне важливе питання, яке сьогодні було затверджено, там ціла низка питань, так, що стосується комунальної власності, великий розпродаж, остання сесія, ми розуміємо, от наскільки там достатньо суперечливих було питань і різні думки з цього приводу серед депутатів, все-таки більшість об'єктів вирішили продати. В чому от сенс, чому не заробляти на оренді, навіщо от цей великий розпродаж, Андрій? Да, я объясню ситуацию. Дело в том, что сессия, 45-я сессия Одесского городского совета продлилась 5 часов. И когда спрашивают
есть ли замечания у депутата к сессии, так я хочу сказать, что если у депутата нет замечаний к сессии, значит, этот депутат не присутствовал на сессии. Сессия – это спор, это общение. Как, естественно, в споре рождается истина. Если переходить к вашему вопросу относительно коммунальной собственности, действительно были разные позиции. И они заключались в том, что в соответствии с законодательством возможно передать в собственность коммунальную собственность, в частную собственность коммунальную собственность двумя путями. Или через аукцион, или выкупом арендателям, если он улучшил состояние помещения на 25%. Как должен действовать депутат? Есть две сферы отношения депутата к этим вопросам. Ну, во-первых, это юридическая составляющая. Я сегодня за несколько объектов коммунальной собственности не проголосовал, чтобы их отчуждать и передавать частную собственность. Во-первых, если есть юридическая составляющая, департамент юридического начальник юридического департамента говорит, что там есть замечания, значит, для меня этот вопрос закрыт. Значит, необходимо сделать документы, выверить их еще раз и выйти с этим вопросом на следующую сессию или его снять. И второй момент, который крайне важен для меня как для депутата, это если есть жалобы от соседей, которые являются через стену от какого-либо объекта. Сегодня вот такой адрес был озвучен. В принципе, если смотреть глобально, то эти вопросы необходимо рассматривать независимо от политического окраса. За этими объектами стоят люди, стоят предприниматели, которые приносят доход в бюджет города. И, конечно же, развитие этих предпринимателей, в том числе забота депутатов. Но когда речь идет о отчуждении объектов, которые там год или два назад были переданы в аренду, и сейчас их выкупают, это, конечно, неправильно. Но хочу сказать, что есть позитивные моменты. Если раньше, полгода назад, на сессии Одесского городского совета, мы, если не поверхностно, то, по крайней мере, рассматривали вопросы коммунальной собственности и голосовали очень быстро, то сейчас каждый вопрос, он освещается и представителем коммунальной собственности, и на мониторе в сессии в зале городского совета выводится визуализация. И все желающие, не только депутаты, но и средства массовой информации и другие представители могут убедиться, что действительно происходит на сессии городского совета. Это говорит об открытости. Но вернусь опять же к тому, что есть моменты, с которыми я не согласен и, в принципе, не за все проекты решения голосовал. Если говорить в общем, то мы действовали по процедуре. Были замечания вообще не передавать, не отчуждать эти объекты, потому что они должны приносить прибыль городу. Ну, тем больше за оціночною ціною, наскільки я розумію. Ви розумієте, оцінки дуже багато путають. Одеський міський совет не займається оцінкою. Є спеціальні люди, оцінщики, у яких є сертифікати, які оцінюють. І вони несуть за це відповідальність, в тому числі і уголовну. І ви знаєте, є приклади у нас в Одесі, коли оцінщиків привлекають в качестве подозреваемых. Ну, звучит, вся цена нижче, ніж аукционно. Это все одно за підсумками аукционов, как показывает досвід, правильно? Опять же, я не могу судить как юрист на эту тему, потому что ниже или выше цена, разные районы города, здесь четкая ответственность оценщика. И каждый раз депутаты, представители общественных организаций напоминают об этом. Если оценщик занизил стоимость объекта, в отличие от рыночной стоимости, там, в два раза, в полраза или еще что-то, он может в любой момент попасть под уголовное производство и отвечать уже в правоохранительных органах, а потом и в суде за свои последствия. Поэтому ситуация двоякая. Я, в принципе, отношусь к той категории людей, которая должна в первую очередь действовать по закону, но и думать о наполнении бюджета. Сегодня были озвучены цифры, какие получает город за аренду этих помещений и цифра, которую получит город в случае отчуждения всех этих помещений. Конечно, они разные цифры, но руководство города, я думаю, должно в принципе ориентироваться на то, чтобы было развитие. Я не сторонник, чтобы отчуждение всех коммунальных учреждений было в раз. Сегодняшняя сессия показала компромиссы, показала спор, и я думаю, что мы пришли к определенной истине, которую могли видеть все в зале совета. Олександре, чому, власне, таке важливе питання, яке стосується міського бюджету, воно виноситься просто з голосу, його не розглядає комісія, от представник вашої фракції фактично вніс його в порядок денний з голосу. Ну, це ж не зовсім правильно, погодьтеся. Давайте попитаюсь, опять же, попытаться слегка розложити все по полочкам. К сожалению,
последний год заблокирована работа комиссии по коммунальной собственности. В связи с чем это связано, не могу говорить. Возможно, политические какие-то трения. Возможно, люди не ходят возможно, просто, многие, возможно, многие депутаты не хотят, то есть в свое время, определившись в эту комиссию, сегодня не выполняют свои функциональные обязанности. Хотя в их депутатские обязанности входит непосредственно проведение заседаний и присутствие на постоянных депутатских комиссиях. Поэтому тоже в отметочке там у нас ведет какая-то компания, ведет оценку деятельности каждого из депутатов. Хотелось бы эти фамилии, чтобы там прозвучали. Поэтому статью наполнения бюджета через приватизацию никто не отменял. И это плановые показатели бюджета 2020 года. Замечу такую интересную тенденцию. На прошлой сессии Одесского городского совета выносился проект решения о передаче какого-то количества коммунальной собственности через аукцион, способ продажи через аукцион. И те депутаты, которые очень рьяно были против передачи, продажи данных объектов через систему аукционов, сегодня точно так же очень рьяно выступали против продажи объектов. Еще раз хотел бы отметить ваше внимание на то, что сегодня действующий и законом определенный способ продажи арендатору данного объекта, который составляет улучшение, проведенное улучшение, которого не менее 25% по данным, не менее 25%. Сегодня многие объекты, которые выносились, насколько я помню, в сессионный зал, степень инвестиций арендатора в данные объекты был и 37%, и 45%, и 50%. Не менее 25%. Поэтому позиция таких депутатов мне тоже непонятна, которые и аукционы им не подходят, и продажи по закону им также не подходят. Тут, скорее всего, следует искать привязку к приближающимся выборам. То есть таким образом депутаты заявляют о себе на сессии Одесского городского совета, где есть камеры, где есть активность всех фракций, работающих в сессионном зале. Почему-то не хотят эти вопросы обсуждать в рамках депутатской комиссии. Это рабочий орган, который должен действительно рассматривать все вопросы и вопросы, которые возникают у представителей юридического департамента на заседании каждой комиссии. А более чем уверен, что на заседании комиссии по коммунальной собственности всегда присутствует представитель юридического департамента, который, заседая на этой комиссии, сразу же может вынести свои замечания и свои какие-то претензии по тому или иному проекту решения. Поэтому я вам скажу другое, что не сказал бы, что эта сессия отразилась в каком-то огромном количестве каких-то объектов, которые были сегодня выставлены на приватизационный список. Это обычная рабочая сессия, которая сегодня продавала объекты коммунальной собственности. Что касается собственника города по данным объектам, лично моя точка зрения, что город является... Не только город, мы сегодня видим, и государство является неэффективным собственником своего имущества, к сожалению. А те объекты, которые сегодня выставлялись в большей части, это подвальные помещения, те помещения, которые, ну, будем так говорить, очень сложно поддерживать в технически исправном состоянии, если там не ведется какая-либо экономическая и финансовая деятельность. То есть то, что позволяет этот объект поддерживать в технически исправном состоянии, как и весь дом в целом, который... знаходиться над этим підвалом. Поэтому... Тобто, наскільки я розумію, що ті орендарі, які брали, ну, власне, в оренду брали там певні приміщення, так, або будівлі, вони відразу це робили для того, щоб потім оформити повноцінну купівлю. Константин, так? Я хотів би вам один раз, в общем-то, отобразить таку тему, що, як вам сказати, якщо говорити простим чоловічим язиком, все украдено до нас. В 2005 году, до 2010 года город лишился всей привлекательной, всей коммерчески правильной и выгодной собственности, которую действительно возможно было использовать по схеме передачи в аренду через аукцион и использовать это как те объекты, которые бы наполняли бюджет. Сегодня список, чтобы вы просто понимали, список, так скажем, коммунальной собственности пополняется теми объектами, которые десятилетиями не имели статуса, не имели собственника. И сегодня... Та работа, которую проводит Департамент коммунальной собственности, позволяет сегодня за городом закреплять право собственности на вот эти брошенные, потерянные, никому не нужные объекты. И сегодня это одна из статей наполнения нашего городского бюджета. И мы можем сегодня с вами говорить о том, что все те десятилетия, которые были до этого, никто этой глубинной и проблемной работой системно в городе не занимался.
И сегодня вы видите эти объекты, которые, это пристройки, это внутридворовые какие-то флигеля, это, еще раз говорю, подвальные помещения, то есть те помещения, которые, ну, будем так говорить, той власти были неинтересны, которая сейчас очень громко кричит со всех экранов, почему продается коммунальная собственность. А вы не хотите задать вопрос, а почему продавалась тогда коммунальная собственность улицы Екатерининская, Ришельевская, Пушкинская в центральной части нашего города, исторической части нашего города? И интересен вопрос, кто собственник этого имущества на первых этажах? Вы, если пробежитесь, вот как юристу вам и как журналисту даем такую интересную информацию, вы очень будете удивлены бенефициарам, которые являются собственниками этих об'єктів. Добре, зрозуміло більш-менш це питання. Давайте в продовження теми бюджету. Так, будь ласка. Я одну маленькую ремарку. Я хочу сказати, що підтримую свого колегу, що у нас були определені несостиковки относительно регламенту Одеського міського совету, що комунальна власність на сесію міського совету виносилась без рішення профільної комісії, комісії по комунальній власності. Хочу заметити, що в цій комісії немає ні одного представителя Української мужської партії, якому можна було б дорікати в тому, що він не виконує свої обов'язки, не приходить на профільну комісію. От як тільки ушов председатель цієї комісії, представитель Української мужської партії, сразу заблокировалась робота цієї комісії. Немного раніше. Ну, напевно, комісію треба було розформувати тоді ще. Ну, це ж теж ненормальна справа, коли комісія не працює і з голоса вноситься в зал. Тема бюджету. 500 мільйонів взяли ще, дозволила сесія взяти кредит, ще 500 мільйонів на поточні витрати бюджету. Це, я так розумію, пов'язано із коронавірусом, так? Що нестачею певною. Давайте, чтобы прояснить все моменты, так, связанные с этим, это тот же кредит, который мы брали в прошлый раз. Сегодня просто те условия, которые поставил Альфа-банк, который являлся кредитором, да, кредитором, он настолько ужесточил правила по возврату тела кредита и условий выплаты тела кредита, а также по процентной ставке, то есть некоторым образом переиграли, что мы практически должны были этот кредит вернуть в январе или феврале будущего года. Слава Богу, сегодня есть понимание в государственном банке «Ощадбанк», который подставил плечо в этой ситуации. И мы сейчас дали сгоду на переоформление данного кредита под гарантии города и Кабинета министров Украины, чему мы сейчас ждем решения Министерства финансов, которое даст нам возможность переоформить данный кредит, где процентная ставка сохраняется такой же на уровне 11% годовых. Просто вопросы возврата и погашения тела кредита, они более лояльны, но в первую очередь учитывая то, что это государственный банк. Андрію, на вашу думку, все-таки наскільки необхідний оцей останній кредит 500 мільйонів? Адже ми знаємо, що до цього були взяті ще 3 мільярди кредитних коштів. Ну, чи не призведе потім до фінансових проблем міста от в майбутньому? Я розумію, що потрібен поточний ремонт, благоустрій, все це потрібно. Але ж, ну, на перспективу, чи не зробить це великих проблем для міста? Я хочу сказати, що кредит хорош тільки в одному випадку, якщо він безпроцентний і безстрочний. Конечно, такого не бывает. Если бывает, то, к сожалению, не у нас. И коммерческие банки, в том числе и государственные, навряд ли идут на эту ситуацию. Я не голосовал за взятие кредитов 500 миллионов. Насколько я помню, это было на прошлой сессии, если коллега подскажет. Ну так, сейчас просто банк изменил. Но ситуация такова, и в том числе историческая, городского совета, что кредиты брались постоянно. Я только рассматриваю эту ситуацию для развития инфраструктуры и развития всего-всего-всего, что может быть в Одессе. Только это оправдывает взятие кредита. Я рассчитываю, что в скором времени будет существенный результат. Но, конечно же, и в европейских городах, и в европейских странах кредиты берутся. Это правда, это тоже. В нашей ситуации сейчас многие закидывают городской власти, что было набрано очень много кредитов. Давайте посмотрим на экономическую составляющую в ближайшее будущее. Я думаю, что при таком наличии кредитов, которые мы сейчас взяли обязательства, город взял обязательства, я думаю, что должна выстрелить какая-то экономическая составляющая и реально показать, на что потратили мы эти деньги. Город на что потратил эти деньги. Ну, це ж цілком цільові кошти. Вони йдуть там на ремонт вулиць, те, що я читав, заміну ліфтів. Тобто, самі звичайні для бюджету міста. А я не говорю о міфічних каких-то улучшеннях, які не будуть видно. Це якраз те, що зараз необхідно і де є запроси одеситів.
ко мне как депутату обращаются, и первым пунктом как раз и ставят замена лифтов или капитальный ремонт лифтов и придомовая территория дороги. Это основные 2-3 пункта, которые идут в первую очередь, независимо от дома, от округа. Я уверен, такая ситуация, скорее всего, по всему городу. Поэтому при наличии этого кредита, при взятии обязательств городом на себя этой позиции, я думаю, что ситуация должна существенно улучшиться, и надо понимать, что это заслуга всех одесситов. Потому что город и представительский орган, Одесский городской совет, действует от одесситов. И что такое городской бюджет? Городской бюджет — это то, что налоги, которые приходят от одесситов, от предпринимателей, от других сфер, но зарабатываются жителями, которые живут в нашем городе. Я хотел бы добавить в части получения данного кредита. Я бы все-таки хотел, чтобы мы были действительно открыты и понятны для одесситов в части того, что это, будем так говорить, это антикризисный кредит, который городу пришлось взять в связи с тем, что мы не планировали брать этот кредит, но учитывая то, что мы попали в неприятную ситуацию в марте месяце, не только мы, а весь мир. Да, и я вам скажу, что на тот момент мы прогнозировали невыполнение вот порядка 400-500 миллионов гривен поступлений, прямых поступлений в городской бюджет. Сегодня, к сожалению, нам приходится констатировать факт, что, учитывая ту тенденцию, которая сегодня есть и в экономике, и в финансовых поступлениях в городской бюджет, мы можем не дотянуть порядка миллиарда гривен прямых поступлений в Одесский городской бюджет. И, конечно, эти 500 миллионов являются той подушкой, той возможностью хотя бы поддержать те стратегические и социально важные и, будем так говорить, инфраструктурно важнейшие проекты, которые для города были необходимы и важны очень много лет. Поэтому, к сожалению, в том объеме, в котором мы планировали сделать эти работы, у нас не получится. Учитывая недолет в среднем, если мы компенсируемся 500 миллионами, то есть на 500 миллионов мы еще не сможем выполнить тех работ, которые были. Но хотел бы заверить всех одесситов, эти 500 миллионов пойдут на замену инженерной инфраструктуры, сетей теплоснабжения у города Одессы, модернизации систем наружного освещения города, опять же, подпитка программы замены и модернизации лифтового хозяйства нашего города. Это все те, будем так говорить прямым текстом, те моменты, которые позволят сократить прямые расходы бюджета в части экономии того, что мы сегодня занимаемся и энергоэффективными технологиями, и приводим их непосредственно на улицы нашого города і в дома нашого города. От логіка цього кредиту загалом зрозуміла, що є певне недоотримання в бюджет через коронакризу, так, і тому потрібні там 500 мільйонів, це скільки, там понад 3%, да, бюджету десь так буде. Ви маєте общого фонду? Так, так, так. Общого фонду це у нас 2%. 2%. Але от що дивує, що в той же час ми знову 200 мільйонів, фактично половину цієї суми, даємо незапланованих витрат, десь ми просто знаходимо і даємо тепловикам. Ніби на теплопостачання міста Одеси вже стабілізувався фінансовий стан. 5% нашого, 3,5%, да. Теж порахував десь 3,5%. 200 мільйонів віддаємо на теплопостачання міста Одеси і просто теж незаплановані трати, але ми їх знаходимо кожного року. Кожного року місто знаходить на підтримання, на те, щоб донатити підприємство теплопостачання. Це ж теж не план. Якщо вже пішла така рубка, як говориться, давайте ми все, опять же, попробуємо розложити на полочки, тому що дуже багато наші політичні опоненти нам вміняють вину, що у нас є свободні гроші, які у міста лежать на счетах, міст їх не використовує, а бере додаткові кредити. Так от, хотілося б просто пояснити тому, хто хоче це слышати і хто може це зрозуміти. Деньги у нас действительно есть свободные на счетах, которые находятся в государственных банках Украины, на которые город получает процентную ставку, как депозит, имея свой депозит. Все эти деньги, в частности, это деньги бюджета развития нашего города, уже расписаны под проекты, которые будут реализованы в этом году. И по мере необходимости мы эти деньги по нашему договору хранения денег снимаем на те непосредственно моменты, когда необходимо оплатить ту или иную работу, да, тот или иной объект, который мы реконструируем или строим. Поэтому это наиболее правильная форма сегодня хранения денег, которые приносят городу дополнительный доход. И поэтому, если мы сегодня говорим с вами о... То есть вы поняли, это деньги, которые работают на город.
которые работают на город, находясь. Просто мы их берем не просто, если бы эти деньги лежали на наших казначейских счетах, и на них бы ничего не капало городу, будем так говорить. А согласно этого договора, эти деньги работают в банке и, соответственно, ждут реализации в своем проекте, который у нас запланирован до конца года. Помимо этого, мы берем кредитную составляющую, которая позволяет нам провести больший объем работ, захватить другие инфраструктурные проекты, которые необходимо было реализовать в нашем городе десятки лет назад. Борги теплопостачания, это же не инфраструктурный проект. Все борги теплопостачания, они не оплачиваются из кредитной составляющей. Еще раз хотел бы обратить на это внимание. Все деньги, которые берутся в кредит, они все направлены на развитие инфраструктуры нашего города, на модернизацию инфраструктуры нашего города, на закупку нового подвижного состава «Горэлектротранс». Тоже забыл об этом вам сейчас упомянуть. Ну, там богато статей, выдатки. Поэтому все, что касается дотирования нашего коммунального предприятия в данном случае, это действительно наша боль и наша проблема. Это теплоснабжение города Одессы. Но я вам скажу больше того. Если сегодня город скажет, ребята, мы хотим это предприятие продать с аукциона или передать право собственности на этот объект, который тянет у города все время вниз, я вас уверяю, что никто не выйдет на этот аукцион и не купит это предприятие. А это одно из наиболее социально важных предприятий нашего города, которое сегодня обеспечивает миллион жителей, практически миллион жителей нашего города. Я не говорю там за локальные котельные, которые находятся в ОСНД или домах ЖСК. Поэтому это социально важное предприятие, которое город в любом случае будет тянуть и в любом случае будет его запускать каждую осень и глушить его каждую весну. Просто не зрозуміло, де кошти знаходяться. Ну, я думаю, що на цю тему ми ще... В собственних доходах бюджету, ще раз хотів би, Константин, обратити внимание всіх одеситів, ми не беремо деньги на підтримання, будемо так називати, фінансової составляющей, економічної составляющей і плавучості даного підприємства із кредитної составляющей. Зрозуміло. Я вам дякую за цікавий ефір, дякую, що знайшли час і прийшли до нас. Андрій Неугодніков, Олександр Іваницький. Дякую. Спасибо. Я нагадаю, що це була студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Кричаний. Залишайтеся з нами.